Итак, ребята, всем привет, это уже другая серия. Так что сейчас мы будем... Ну, сейчас я съезжу снова за этими и приеду. Так что большая-большая пауза будет. Так что давайте не прощаемся. Я пытаюсь остатки собрать. Все, сделать так, чтобы перепасть это грузить, и не высыпалось ничего. Все, вот так вот сейчас поместилось, потому что сейчас это ничего не высыпалось. Хорошо заднее стекло не бьет у машины. Нормально, машина усирает, блин, коробку, как не знаю, что. Мы когда-то будем сейчас. Главное, чтобы мы сейчас не убились и ничего не потеряли. Так что желательно добавить. Закидаем, короче. Все, короче. По-моему, хотя бы вот стоит тоже. Сейчас все сюда, короче, закидаем, чтобы так вот не было. Кстати, было бы прикольно, если бы мы, допустим, все накидали, да, допустим. А он сам все потом как-то расставил по полочкам. Полочкам во всем. Распаковал, что-то расставил. Было бы, конечно, интереснее. Давайте вот так вот часы закинем. Вот так вот. Кстати, у нас же кран. Ладно, уже попить. По-моему, он рабочий. Поблизь. Будет
сказать. Ну, не против. А, стой, там вот точно. Я тоже мышечку сделаю. Может, уже товар. Не товар, а раз. Коробки сами погружаются. Не, было бы прикольно, если бы он еще помогал бы, конечно. Ну, то есть, командовал бы там, туда положи, сюда положи. Это было бы, конечно, интересно. Потом он стоит, молча смотрит. Еще, вы знаете, это... Как некоторые... Ну, я... Так сказать, предполагаю, что многие люди там аккурат. Даже когда... Кто знает из старых моих коллег, мы же раньше, я же еще раньше мелкие занимался. Ну как мелкие занимался, доставка. Вот, это может бывает так, что клиент да, аккуратненько зацепите, не поцарапайте, но вот он так же был бы, конечно, интересен. Еще и поторапливал бы, давай быстрее. Это было вообще круто, я считаю. А вы как думаете, как он чистит в комментариях? Не знаю. Ну там осталось только кресло и еще что-то уже. Устройство. А, ну можно как-то стоит устройство поставить. Чек. Точно, ручка. А, нет. Ой, как раз нужно количество, давайте тогда перейдем. О, я думал, что там будет идеально. А, здесь у нас проблема тоже есть. А, кажется, нужно что есть. Может, на чипсы будет. Это что-нибудь. Это то. А, что-нибудь. А, еще чуть-чуть. О, шишка. Разбираться, что почему мы куда не поставили, да? Матрасы можно здесь распихнуть. О, матрасы, мне кажется, сюда было, поесть лежу. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте поддержать меня комментариями и подписочками. Пока сюда вон матрасы бросим, пока он придет. Но это мы продолжаем ряда помогать нашему городу переехать. Первую часть я уже отснял. Сюда бросим на кропку. Кропку мы сегодня держим. Так, здесь все. Что-то расставят.
значит, все занести в дом. Ну, сейчас, блядь, надо было, конечно, запись решить, но, блин, не стал записывать. Казус случился, когда, короче, когда я ехал, перевернулся на бусике. Это жестко было. Загружать снова, загружать, блин, переворачивать его и снова загружать, блин. Благо удалось что-то сделать. Выгрузить его, перевернуть и снова погрузить, блин, в микрофон, слушай. Ну, все вроде, я не знаю, все ли все. Канал ставьте лайк. Я мою твою. Эй, козы, я мою твою. А что? А это голос какие? Кидлс. Эй. Я. Хуй. Азвал я сдал. Еди. Макзу. Бос. Что, вон за мной? Да, вот это. Ну вот как раз это стоит. В этой серии может быть, а может быть в следующей серии будет новая серия. То есть мы убрали. Ну, скорее всего, ой, как я, блядь, когда он так привезет, конечно. Так что я, по-моему, закончу. Так что я попробую чуть-чуть, ребят. Я, короче, побежал в магазин, думаю, посмотрю, что он просил, я открылся. И этот крендель, блин, сбежал, блин. Что мы там не дооткачали коллекцию. Так что, ладно, ребята, давайте увидимся уже скоро. Не прощаюсь, буду на паузу, ребята.
слишком поздно, лёд, я почти не спал. Мне, наверное, с утра нужно было пойти к врачу. А теперь электричка везёт. Если выходить из стрима, то дайте мне подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики по стримчанскому. Ну, конечно, не только слабо. Ну, морда одна вещь. Время, вот она стала, каждый день, каждый день.
Конечно, устроено. Воротник налево. Это воротник направо. Это воротник. Вперед. То есть вот эта сторона правая. На этом голосе полностью. Видите, все работает. Но эта сторона. Вот это такая самая нужная нами. Yeah.
кнопочку нажимаю, просто программирую. Почему так? Чем могли бы не показывать в сериале. То есть
так вскользь показать некоторые такие плохие стороны твоего кошельного. Я про наркотики это не знаю. Ну чё, братан, как ты тут вниз? Можете усик? О, как? Ну ладно, подожди, а ты куда коробки делал свои? Ну, в принципе, стул куда отсюда исчез? Можно посидеть. Вот, вот что, мы куда посмотрим. А, ну мы же у него, кстати, попить-то можем, блин. У нас же чипсы есть, точно, блин, надо было чипсы взять с собой. Ладно, сейчас, если что, чё, вкусненько купим, если там чипсы. Сюда не до этого приехали попить воды, так сказать. Ну чё, как ты тут обжился, не соскучился по нашей браге? А, друг? Давай. Что-то писалось. Все же не было, как это все писалось.
стороны, конечно, брата плохая. Пусти бутылку, ты блин. Сигареты убрать, конечно. Так, вот это ставки цвета. Вот мне не ролик. Если немного будет цвета, то ролики прям будут кажется. Ролики так почти так. Тут я не несу. Thank you.
сказал, что это было. Нам нужно спать. Спать на корабле, так сказать. Сауна. Выхода. Спать. 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 Я сейчас это будет. А, сейчас я надо будет пробовать купить вот таких. Так, если что, рядом, я там надо сделать. Они, я считаю, лучше, чем вот эти, которые разработчики сделали. Что надо просто взять, там. Ну, может, я там еще дома такого. Вот. Ой,
включается, перекрутим все дальше. Сейчас. Ладно, давайте это. Всем до новых встреч. Всем удачи, спасибо за просмотр, всем пока.